Добрый день. Хотел бы показать еще одно видео. Видео одного из зрителей, подписчика. Вот он построил себе курятник. Спрашивал, советовался, как делать. И вот готовая работа человека в первый раз, столкнувшегося с глиночуркой. Ну, здесь, правильно сказать, цементочуркой. Строить начал, я так понимаю, поздней осенью, и вот уже ближе к снегопадам закончил. Это каркас, ну, как обычно, здание. Даже есть какое-то чердачное помещение. Крыша двухскатная. Фундамент у него шинный, тоже шины, залитые цементом. Далее он все это будет обкладывать чурбаками с цементом. Сначала он отбил с одной стороны доской и к доске клал, чтобы была стена ровная. Вот еще одно подтверждение, что, в общем-то, цемент имеет место быть и неплохо себя ведет. Дом построен, получается, в конце 2022 года. Соответственно, летом можно уже спросить, как пережил он зиму, и узнать, какие нюансы есть, или минусы, или плюсы этого строения. Ну, каркас у него был идеально сделан, как по мне. Думаю, с ним точно ничего не случится. Вопрос только в самых чурок и, ну, вот цементом в этом составе, как они с собой будут вести. Они, конечно, чурки подусохнут и по итогу, скорее всего, будут ходить внутри. Но этот вопрос можно решить с одной стороны, с какой-нибудь внутри или снаружи, заштукатурив стену. Свет провел. По мне так сделано все идеально. Учитывая, что это курятник. Вот, поэтому для сарая идеально вышло. Я думаю, если бы чуть-чуть улучшить эти условия, здесь можно было бы сделать и неплохой дом. Ну, вот здесь уже, я так понимаю, сами курочки живут. Какой-то, видимо, свет специальный для них. Насесты. Ну, в этом я не очень разбираюсь, я просто по видео пытаюсь разобраться уже, так как видео прислал. Подписчика зовут Олег, живет он в Рязани. Ну, в общем-то, вот оно, лишнее подтверждение, что любой может справиться абсолютно, было бы желание с таким строением. Ну, в общем-то, тут уж нечего комментировать. Приятного просмотра. Thank you.